Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Что-то распирает меня на поделки. Поделки связаны с вязанием. Вот такое здесь сочетание в этом предмете. И давайте сегодня немножко расскажу о двух своих поделках. Более подробно вот об этой. А вот это очередное зеркало. Покажу просто как готовую работу. И я уже отсняла более подробный мастер-класс, как я это все делала. Если вам интересно, напишите мне, пожалуйста, под этим видео, если комментариев будет много, я вам покажу более подробный мастер-класс. Он уже отснят, но возникает мысль, а может быть вам это не интересно, может быть вам уже надоели мои зеркала, но поверьте, здесь тоже есть немало тонкостей и нюансов, о которых я вам немножечко расскажу. Сейчас просто расскажу об истории этого зеркала. Это зеркало из старого шкафа, когда я жила в Москве. Мы стали делать ремонт в квартире. Там был старый шкаф у свекрови. И я его выкинула, но оставила из этого шкафа пару зеркал. Вот одно из этих зеркал. Еще одно мы с Лешиком разрезали, вернее, Лешик разрезал, и мы поменяли стекла вот в этой старой кухне на зеркала. Поверьте, стало ну просто шикарно. Перекрашивалась кухня, и вот с этими зеркальными дверцами она смотрится, ну, просто совершенно по-другому. Вот эта рамка сейчас немножечко перебазировалась временно вот вверх, а может быть и на постоянную. Просто вчера, когда я сделала вот это зеркало, я как бы... Ну, в общем, не знала, куда его притулить, куда его поставить, чтобы оно сохранилось. Как вы понимаете, основа здесь бумага с обратной стороны зеркала и джут. И, естественно, вот эта вот часть, она такая, ну, как сказать, может помяться. А может быть и нет, сейчас засохло и нормально. Ну, то есть, вот просто поставить его на основание внизу вот из этой... бумаги я как-то ну побоялась, что ли, и решила, что мне нужно найти гвоздик, чтобы куда-то его повесить, и пусть оно висит. А вообще, конечно, я это зеркало планировала сделать для прихожей, то есть это для вот этой комнаты, где еще нет ремонта, здесь все навалено, здесь вот стоят инструменты, это лежат плинтус, который для нового пола. Здесь же тоже будем менять пол. Ну, а зеркало уже захотелось сделать. Я говорю, что-то вот, знаете, в голову взбрело. Вяжу свою тунику и что-то надоело вязать. Думаю, дай-ка я пойду и сделаю вот это зеркало. Ну, зеркало делалось днем раньше. А вчера я сделала очередную поделку, о которой сейчас расскажу вам подробнее. Итак, сейчас я сниму это со стены и покажу вообще, что это такое. У нас сегодня такое солнце, ну, уже, как говорится, я не знаю, неделю начинается с восхода солнца и светит целый день. Сейчас начала показывать вам эту штуку свою, которую я вчера сделала. Невозможно. Вот пришлось закрыть штору. Итак, что же это такое? А это была
эмалированная сковорода. Я, если честно, таких не видела. Но когда забирала вещи со старой квартиры при переезде, вот обнаружила. Ну, не оставлять же это. Может быть, дочь покупала, не знаю. Конечно же, на такой сковороде, ну, я не знаю, ну, только тушить. Жарить невозможно, я пробовала, все пригорает. Вот, она эмалированная как внутри, так и снаружи. Но снаружи вы уже не увидите. А внутри вот такая она. Это, я бы сказала, не сковорода, а миска. Если бы здесь не было вот этой ручки. Здесь я скотчем прилепила, там находится крепление, вот этот винт, на котором держалась ручка. В общем, это было вот так. Пользоваться, конечно, этим невозможно. И я решила переделать это вот в такую красоту. Так что не выбрасывайте старые сковородки. Может быть, у кого-то тоже есть такая эмалированная сковорода. Да и вообще не только эмалированная. Может быть, старая сковорода, старые миски. Поверьте, из них можно очень много сделать красивых вещей. Итак, как же я это делала? Мне понадобилась вот такая бумага, из которой мы с вами делали вот эту корзинку. Я имею в виду вот эту корзинку. Вот здесь как раз косички сплетены из этой бумаги. Покупала я эту бумагу для выпечки в светофоре по очень сладкой цене. Здесь 30 метров и стоит это все 35 рублей. Итак, и понадобится клей вот такой титан. Вчера я обзвонила все строительные магазины у нас в Чаплыгине. Конечно же, сейчас этот клей уже по новой цене. На Wildberries я видела и 350, и 400, и 500. В общем, дорого. В одном из магазинов я уже забрала все. Ну вот, нашла еще один строительный. Далеко вчера ходила. Назад мне повезло. Подвезли, прям можно сказать, до дома. Саша, если смотришь меня, огромнейшее благодарю. Вот такие здесь добрые люди в Чаплыгине. Это я ходила в магазин «Стройдом», третий филиал, это агрегатный микрорайон, вот там находится. Кто в Чаплыгине живет, те знают, как туда пешком добраться сложно. Все течет, все как бы это... Ну, в общем... Плохо идти, вода по дороге, дорога плохая. Едут, конечно, стараются не обрызгать, но там все очень узко, под мостом. А назад, купив этот клей, там, в общем, тоже был или покупатель, или знакомый этого продавца. И спросил, куда мне, и подвез меня практически до дома. Вот, громаднейшее благодарю. Итак, клеем титан, это я так немножко отвлеклась, не могла не уделить, не выразить свое восхищение вот таким вот отзывчивым и добрым людям. Так, значит, что я делала? Я обмазала клеем титан, вот прям вот так хорошо, обильно обмазала с той стороны эту сковородку и... Вот этой пергаментной бумагой вот так вот хорошенько. Она тут будет немножко комкаться, ничего страшного. Она настолько тонкая, что вы потом, когда все вот это обмотаете, ничего не будет видно. Лишнее, конечно же, я обрезала. Ну, квадрат вот так вот, да, понятно, что я не вырезала никакие круги. Просто вот так размотала, прислонила, придавила и лишнее потом обрезала. Ну, а дальше все просто. Обильно сделав дорожки из клея титан, я, конечно же, сначала все это дело приклеила. Вот здесь несколько дорожек из джута. А потом связала вот такую салфеточку и тоже ее приклеила. Там уже основание было из бумаги. Вот если так присмотреться, вон она там, эта пергаментная бумага.
все красиво смотрится. Можно, если хотите больший контраст, можно эту бумагу, допустим, покрасить в черный цвет. И тогда эта салфетка будет смотреться на черном фоне немножечко выразительней. Но мне не захотела я такой слишком большой яркости. По мне и так все хорошо. Нашелся дома клубочек ниток. Это виолет. Вот она, эта пряжа. Но Монька вчера сгрыз этикетку. Мы с вами вязали из этой пряжи, помните, скатерть. Вот эта замечательная скатерть. Кстати, мастер-класс подробнейший. Мы с вами в прямом эфире вязали попетельно вот этот квадрат. Все есть на канале. Я не удалила ни одно видео, но я имею в виду, не закрыла его. Так что все мастер-классы на канале, кому интересно, пожалуйста, пользуйтесь. И никакие свои видео я закрывать не буду. Они так и будут в свободном доступе. Итак, дальше я связала вот эту замечательную салфеточку. Крючок здесь был 1,25. Ну, ушло совсем мало. У меня был отмотан вот этот клубочек. Ну, остаток из этой пряжи уже в клубочке. Но я не знаю, сколько там. Ну, может быть, 20 грамм пошло на эту салфеточку. Итак, крючок 1,25. Схему, друзья, я вот сейчас вам покажу в телефоне. Она очень простая схема. Но единственное здесь, присмотритесь, здесь есть один выпуклый столбик. Я сейчас вам его покажу. То есть я довязала вот до этого места, вот сюда. Нет, вот до этого места, вот. То есть я искала схему такой салфетки, чтобы она была, ну, как бы можно было ее закончить, не довязав до конца. Я же понимала, что у меня здесь определенный диаметр, и как бы если много салфеток, но которые начинаются от центра и потом идут до конца, то есть невозможно остановиться на каком-то ряду, нужно, когда нужный диаметр вывяжется, ну, будет одним словом некрасиво смотреться. И вот я нашла вот эту салфеточку. Вот посмотрите, как это красиво смотрится. То есть можно было остановиться, ну, практически на любом ряду, и она выглядела бы красиво. Схему оставлю во вкладке «В сообществе». Сейчас я вам покажу этот выпуклый столбик, который, ну, как бы делает всю красоту, фактурность этой салфетки. Вот видите, она не плоская, она фактурная за счет вот этого столбика. Вот, посмотрите, вот он этот выпуклый столбик, и во всех вот этих вот рядах он провязывается выпуклый. Вот. И это и делает, ну, как бы в высоту, да, салфетка 3D, она получается очень фактурной. Попетельного мастер-класса этой салфетки не будет, друзья. Здесь все очень-очень просто. Я немножко делала изменения в схеме. Вы там должны это почувствовать. Где будут вот здесь вот эти рядочки по 4 петли, я видела, что у меня стягивается полотно, поэтому я добавила 5 петель. Ну и там, где по 3 петли, я добавляла еще одну петельку. И все, в принципе. Так что вы справитесь. Я надеюсь, что вы справитесь. Снимать попетельный мастер-класс, повторюсь, я не буду. Это очень затратно. Да и, друзья, село у меня зрение и работы непочатый край. Не могу я, это очень-очень трудозатратно. Вот. Но основные моменты я вам рассказала, на что обратить внимание. На вот этот выпуклый столбик. И посмотреть по схеме, может быть, добавить несколько петелек, вот, ну, по одной петельке вот здесь вот, чтобы не стягивалась салфетка. Иногда в схемах бывают вот такие ошибки, и не бойтесь их исправлять.
Естественно, когда салфетка была готова, я ее утюгом отпарила. Хотела крахмалить, но так мне хотелось быстрее все это сделать. Я в 2 часа ночи легла спать. Не потому, что я хотела спать, а потому, что я не хотела спать, и мне хотелось закончить. Вот так. Потом просто обильным слоем клея смазываем всю вот эту бумажную поверхность и приклеиваем салфетку. Вот и все. Здесь, значит, просунув вот в эту вот, видите, сюда вот этот джутовый канат, сделав узелки, то есть сразу 2 кончика всунули вот сюда, вот если вот так вот вытащить, он может высунуться. Вот. И все. И сделав узелки, мы теперь можем спокойно эту красоту вешать на стену. И это вы уже видели в начале видео. Это очень красиво смотрится. Ну и, конечно же, можно использовать, как сюда можно и печеньки положить, и конфетки. И я думаю, что из такого вазона будет приятно угостить ваших друзей, ваших гостей, да, и самим порадоваться вашему таланту, не побоюсь этого слова, и вашей фантазии. Ну вот, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я желаю вам неимоверного полета фантазии. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.